К другим темам. 24 июня Центр медицинской профилактики провел горячую линию связи по вопросам наркомании. За время работы в адрес специалистов поступило 7 звонков. Больше всего население беспокоили вопросы, где можно обследоваться на употребление наркотических веществ, а также где и как пройти лечение или реабилитацию. На вопросы жителей отвечали главный врач Центра медицинской профилактики Лидия Козлова и заведующая наркологическим диспансерным отделением психиатрической больницы номер 24 Ольга Запольнова. Алло, здравствуйте. Запольнова Ольга Федоровна, наркологическое диспансерное отделение. Слушаю вас, что хотели вы спросить? Горячая линия повышает информированность населения и позволяет, пусть даже анонимно, получать необходимую информацию, не обращаясь в наркологический диспансер и в официальные службы. Главное, как заметила Ольга Запольнова, постоянно быть наготове, так как первый опыт употребления наркотиков не всегда заметен. Опасность в том, употребление каноминоидов, спайсов в последнее время, солей, психостимуляторов, галлюциногенов, в том, что разрушается психическая сфера. И зачастую успешный молодой человек, хорошо успевающий в школе подросток, в одночасье становится, по сути, инвалидом. Чем раньше коснемся лечения этой проблемы, тем лучше результаты. Заметим, что подобные горячие линии проводятся 3-4 раза в год. Следующая состоится осенью этого года и будет приурочена ко дню борьбы с алкоголизмом.